И снова здравствуйте. С вами Вексель Реал и игра Рампри Шурчик. В общем, что? О чем сегодня хотел с тобой поговорить? Я думаю, ты же уже видел ролик про медика, да? Он входил в это вот последнее обновление февральское. Я немножко запоздал, потому что после обновления не работали миссии. Вот сейчас через пару дней вышел хотфикс, их снова запустили. Поэтому хочу более подробно остановиться на обновлении за февраль. Что нам добавили? Медика. Это, наверное, самое главное. Он в ролике со скиллами есть, что он может. Что он может в бою? Ну, против снайпера здесь никто ничего не может. Вот что я хочу сказать. Хотя в ПВЕ мне пару раз пригождался медик. Есть у него скиллы, которые нужны. Что еще? Добавили миссии. Миссии, в принципе, были и до этого, но они не совсем корректно работали, за них не давали награду в отряд. Сейчас это починили, и мне сразу насыпалась куча зеленых товарищей, 12 штук. Я их всех удалил, потому что зеленых я не хочу качать, терять на них время, вот что. Будет у меня только элита. Дело не в этом. Дело в том, что добавили еще миссии, которые на выживание. Нужно просканировать 5 раз артефакт. Если ты будешь просто убивать ботов, они будут появляться, появляться и появляться без конца. Поэтому нужно просканировать артефакт 5 раз, только тогда будет засчитана победа. Вот такая миссия у меня появилась. Срочно перспективный объект. Сложно. Давай мы ее с тобой сейчас пройдем. Посмотрим, как это выглядит в бою. В отряд, пожалуй, возьму, наверное, медика. Так, ну это если сложный. Возьму патроны, хотя патроны с ядом, по-моему, нифига не работают еще. Ни разу у меня никого еще не получилось отравить, если честно. Давай, давай. Ну ладно, возьму, там, может быть, точность хотя бы работает, плюс 4%. Пулемет лазерный есть. Ну, сюда тоже. На снайперку возьмем. Точность повышает. Так, патроны глушить будем. Они, по крайней мере, иногда срабатывают. Ну, плюс один к урону, по-моему, тоже работает. Аптечку надо взять, потому что миссия сложная. А с недавнего момента, а если быть точнее, с последнего обновления, ботам добавили мозгов. А если еще точнее, то их научили кидаться гранатами. Причем кидаться гранатами, жестко кидаться гранатами. Они могут закидать тебя гранатами. Ну, в общем, лучше сейчас толпами не ходить. Он кинет тебе стан, дезориентацию, яд, подожгет тебя. Короче, сделает все, чтобы уничтожить тебя. Причем будет, я так понимаю, в авторитете у него именно гранаты. Захват артефакта. Вот, он где-то там. Надо к нему прибежать. Это ж у нас сейчас нет. Это у нас сейчас будут не боты. Точнее, будут боты, но инопланетяне. Они гранаты, по-моему, не кидают. Они гранаты не кидают, поэтому, наверное, здесь надо немножко другой принцип работы. Ну, в любом случае, надо сразу встать на захват артефакта. Вон, видишь, захват артефакта не обозначен, что 3 хода. Здесь их должно быть 5. Хотя, кто его знает, может быть. Я-то первый раз эту сложную миссию прохожу. Возможно, они до этого не включались. Возможно, да, они тут вместе с инопланетянами, может быть, и люди будут в отрядах здесь, не знаю, посмотрим. Но я взял не сильных своих бойцов, а тех, которых качаю, чтобы было немножко интереснее. А то с сильными все очень быстро заканчивается, и возможно, что даже не получится и медика посмотреть. А вот когда бойцы еще не полностью прокачаны, еще и профы не те, которые надо, то, может быть, немножко отгребу, и придется юзать медика, как-то выкручиваться, в общем. Чтобы какой-то интерес к игре проснулся. А то постоянные победы с ботами становится скучно немного. Кто у меня тут? Гранатометчик. Тяжелый пулемет тут я взял одному товарищу. Меткость, конечно, оставляет желать лучшего тяжелого пулемета. Просто мало того, что меткость отстойная, еще к тому же урон, я бы не сказал бы, что сильно большой.
С такой меткостью он должен крошить противника с одного выстрела, если попадет, так чтоб уж попал, конкретно попал. Звуки доносились оттуда, да? Если мне не показалось. Что мы сделаем? Мы сделаем, что мы сделаем? Давай мы, наверное, будем уже более осторожными. А то можно и продуть, так сказать. Ну, он видел, медик у меня есть, да? У него есть там и дроны, и воскрешение. Вот не помню, воскрешение прокачал, не прокачал. Так, мы немножко поосторожничаем. Feels like old times. Ух ты, кыш ты, как ты сел ты тут, гад, а? Блин, осторожничай, он за углом. Ай, ё-моё. Мочи. Ай-яй-яй. Не убили. Один раз всего лишь, боже мой. Он сейчас взорвется рядом. Не убивай, не надо. Нет. Ну, нормально. Не получил я от него стана. То бывает, что при взрыве он еще и станет. Значит, что? Товарищи, откуда вы у нас идут? С этой стороны. Значит, мы будем... Этим парнем мы пойдем на захват артефакта медиком. Где он? Я тут не вижу почему-то. Наверное, вот здесь. Вот еще заметил. Он с двух сторон наступает. Этим товарищам станем, покараулим. Возможно, сейчас из-за цистерны кто-то выйдет. Снайпер. Это не снайпер. Не вижу. Ладно, попробую кинуть далеко. Нет. Значит, подождем немножко. А вот снайпера надо было бы отсюда убрать. Желательно же его посадить куда-нибудь. На верхушку какую-нибудь. Ладно. Пока отступим. Там дальше разберемся, что да как. Ну, ваш ход. Альянсы. Не получится, конечно, гранаты посмотреть. Ух ты. Глянь ты, где они все, а? И там еще один. Понятно. А, ё-моё, они сейчас респаться будут со всех сторон. Забыл. Немножко неправильная тактика. Все. Все надо переделать. Всю тактику переделываем срочно. Ты движешься вперед, будешь здесь прикрывать улицу. Здесь вот его поставлю. Ну-ка, сколько тут точности? 63. Попытка, не пытка. Вдруг попаду. Я так и предполагал, что так и будет. Ну, у меня есть вот этот вот товарищ. У него есть стопроцентный скилл попадания. И стопроцентный труп сейчас будет. Отлично. Просто замечательно. Так, тебя, ребятенок, куда посадим? Тебя посадим. Чтоб ты видел же, ж надо всех. Может быть, сюда? Давай сюда. Ты сканируй. Нам нужна победа. Пока они до нас доберутся, я думаю, мы успеем другими бойцами подойти, чтобы повоевать. Ты будешь стрелять? Нет, не будет. Не хватит у тебя ходов дойти до меня стрелять, я думаю. Сколько я помню, вы издалека не особо стреляете. Хотя я с вами редко, ребята, воевал. Кто знает, что у вас там в голове.
Смотришь, не что ж оглядывается, он поднимает голову, смотрит по сторонам. Так, хорошо. Закончилось. О! Тут трое. Ё-моё, вы чё, прикалываетесь? Так, надеюсь, три гранаты в цель. Бабах. Отлично. Отлично. Не промаж, не промаж. Все, супер. Просто супер. Минус три. Минус три. Снайпер, снайпер. Что ты можешь нам помочь? Как? Снайпер у меня с очень слабенькой винтовкой. Сомневаюсь, что он поможет. А здесь что сделать? Если я просканирую, возможно, они подойдут, меня грохнут. Не есть хорошо. Надо убить хотя бы одного. Надеюсь, сканирование не прекратится. Вообще надо было пулеметчика туда поставить. Он мог бы один раз стрельнуть, еще и просканировать, если это возможно в два хода делать. Yes, commander. Попробую вот так вот его подстраховать. Отсюда наблюдение, может быть, когда будет проходить мимо, он его снимет. Боже, ты откуда его взялся? Ты кто вообще? Давай, пулеметчик. Не промахнись. На тебя смотрит вся страна. Ну все, сейчас моему, походу, медику впаяют. Еще и застанили. Отлично, оглушение. Просто супер. Обалдеть, что творится. Давай еще моего снайпера застань. Вообще замечательно будет. Так, 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 так. Ого! Блин, ребята, вы что делаете? Что вы творите? Успокойтесь. Успокойтесь. Так, этому гранату. Выжил. 93% добью. Добил, еще и своего поколбасил, да? Отлично. Как-то неудачная расстановка сил, если честно, теперь у меня. Ух ты! Там еще один. Ладно. Это ж, по-моему, этот резиновый. Ну, молодец, попал. Сколько у него там ХП? Где-то есть. Я его не вижу, невидимка, короче. Значит, что? Если я сейчас прохожу, я не смогу перезарядиться. Поэтому я перезаряжусь. И попытаюсь не убить своего снайпера. Попытаюсь. Попал? Ну, не в того. Ну, хоть как-то. Если это сейчас крокозябра до меня доползет, моему медику шандец. Он не решил ко мне не ползти. Оглушил моего того парня, да? Ай, блин, а почему? Сколько ж стан тогда длится? Ребята, вы чё? У меня складывается впечатление, что я сейчас сольюсь. Ага, одного грохнул. Ну ты будешь прикрывать у нас тут, ты в курсе, да? Никто не должен пройти. Этого не убили до конца. Ясно.
Снайпер-то в оглушении стоит, медик тоже в оглушении. Если я сейчас не убью этого товарища, восьмерочка. Давай, не подведи. Ё-моё! Блин, снайпер сам грохнул. Жесть. Все, шандец. Класс, он еще решил снайпера не трогать. Ну вот явно мозгов добавили гадам, да? Промазал. То хорошо. Но там их больше, оказывается, да? Ну, подползай, подползай ближе. Пулеметчик тебя точно не пропустит. Да ё-моё, харе, ты спрятался. Зашибись. Просто замечательно. Он на крышу полез, этот таракан. Значит, что? Что? Снайпер, все. Снайперу конец. Этот встанет. Перезарядка. Кого я вижу, чтобы убить? 100%. Ну давай, хоть как-то так. Двоих сразу. Ну, неплохо. Так, ты, дружище, ты мне нужен здесь. Только не промахнись, я тебя прошу. У нас сейчас каждый выстрел на вес золота. Да. Браво. Ход врага. Откуда у вас следующая тварь выползет? Походу, он там застрял. Лучше его пока не трогать. Так, дружище, давай. Ты кого видишь? Только того? Нет, мы пока это не будем. Так, вызывает меддрона. Позволяет... Так. Как подлечиться-то? Сколько лечит? 6 здоровья. Давай, лечись. Первая аптечка не требует действия. Отлично. У меня еще остались действия. Значит, что мы можем сделать? Стимулятор предоставляет союзнику 3 временных брони на 2 хода. Отлично. Броню себе. Отлично. 3 брони. Что я еще могу сделать? Восстановить здоровье мне уже не нужно. Ну, в принципе, давай сканировать дальше. Пулеметчик, ты стой тут. Гранатометчик, тебе отдельное задание, ты станешь здесь. Попробуем закидать гранатами того товарища. А, так он его видит, отлично. Так даже проще будет. Есть, кританул. Еще я глушил. Гениальный парень. Но я уже расстроился, думал, сейчас продуем все-таки. Миссия-то не из легких. Так. Нашему дружбану идут. Мы не боимся. Мы будем сканировать дальше. Отличить никого не нужно. Все вроде целые, да? Сканирование. Так, ты, пожалуй, повернись немножко. Посмотри, что в той стороне. Нету ничего. Ладно, наблюдение. Здесь, пожалуй, перезарядка. Перезарядка и спрячемся. Маскировка. Фу, гениально. Победа. Ребята, победа у нас в кармане. Если только сейчас отсюда кто-нибудь не выползет резко. Если они будут ломиться все отсюда, то и ничего им не поможет уже. Возможно, там еще один застрял. Такое бывает. И здесь неоднократно видел. И пока я его не убью, другие не появятся, и у меня сейчас есть возможность победить. Ну давай, я ж пропустил ход. Появился. 50 защиты. Это кто? Так, это глаз. Есть!
ты молодец, просто красавец. Точнее, красавица, по-моему, это там девушка. Так, ты что? Ты сканируй. Сейчас других забот нету. Так, перезарядка сколько? Весь ход полностью отнимает. Нет, ты будешь сканировать. Третий раз. Четвертый. Пулеметчик. Ты стоишь дальше, где стоишь. Так, с первого раза этот не доползет и не докинем. Хорошо, значит, снова пропускаем ход. Я, блин, с ботами сейчас в глухой обороне. Когда-то такое было, а? Никогда не боялся. Всегда мочил их направо-налево. А тут, блин, приходится опасаться, чтобы тебя не грохнули. Ну все, следующим ходом я выигрываю, по идее. Я бы напоследок хотел бы забрать этого товарища с собой. Все-таки. Ну, давай. Залпом тебя прихватим. Need reload. Нужна перезарядка, да? Я-то хоть тебя прихвачу? Прихвачу. Это замечательно просто. Оба-на! Там еще один нарисовался, друг. Ну-ка. А если? 60% точность? Ну, не знаю, не знаю. Покажи себя. Ничего не получилось. А, у меня же еще один выстрел. 68%. На 8 больше. Давай, покажи себя. Есть. Еще минус один. А вот теперь сканировать. Все. Браво. Браво, 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 браво. Экипировка фиолетовая. Делаем ставки, господа. Что будет в фиолетовом ящике? Я знаю, что ты, Гомер, скажешь. Там будет синяя аптечка. Сейчас мы проверим. Так, спокойно. Ну что, бронежилеты, какой-то новый контейнер, что-то я не помню, чтобы у меня такой был зелененький, восьмерочка, ну ладно, пускай будет, экипировка, ну что? Пиши в комментариях, что ты тут хочешь увидеть. Просчитались мы с тобой, Гомер, здесь не зеленая, здесь, ой, не синяя, здесь зеленая аптечка, боже. Капец. Ну и что? Все. Вот тебе новая миссия. Вот тебе новых ботов не посмотрели, которые кидаются гранатами. Возможно, они будут здесь. Спутники засекли еще один осколок. Ваша задача собрать данные об артефакте и очистить зону падения от противников. Ладно, уговорил. Давай еще одну миссию пройдем. Сложную, так сложную. Ну, снова ядовитые патроны, которые они ядовитят. Что, у меня гранаты заканчиваются? Чем кидаться будем? Ладно, давай осколочную зеленую тогда. Ну, становую эту штуку надо брать обязательно. Она тут точно пригодится. Так, а это кто у меня? Подожди, кому я сейчас выбираю? А, гранатометчику. А что у меня там у него развито? Я забыл. Гренадер. Какие я ему там гранаты прокачивал? Осколочная граната, кровотечение... Бронебойных осколочных гранат. Так, а это, в принципе, у него все прокачано. Без разницы, что и брать. Я только отравляющие не качал. Оглушение при применении эми-гранат. А это что? Гарантированно поджигает. В принципе, осколочные можно и брать. Там бронебойность побольше будет у него, да? Где наши там бронебойные осколочные? Так, ну тебе что? Тебе аптечку надо взять, медик. Так, подожди, я ему 3 аптечки прокачал. По-моему. Медик, медик. А, так они у него изначально 3 аптечки. А почему не отображается, что 3? Да я ему почти все, еще гипноустановку надо прокачать. Ну, насколько я понял, она не совсем корректно работает пока что. Ладно, давай посмотрим, что тут за сложное задание. Ну, тут обычная миссия. Либо захват, либо всех уничтожить. Ну, всех это 4 штуки. Просто они здесь будут немножко побронированнее, немножко с хорошими пухами. В этом вся сложность будет заключаться. Yes, boss. Yes, boss. Да, босс. Что тут скажешь? Босс, есть босс. Угу. Не туда я пошел, они, по-моему, тут, наверное, сейчас все тусят.
Бывает карта такая похожая. Они обычно в этом месте торчат, по-моему. Потом с этой стороны начинают бежать сюда. Вроде бы она. Бывает, иногда путаюсь. Не заметил. Ладно. Сейчас они себя выдадут этим ходом, потому что артефакт близко, поэтому они себя выдадут. С тяжелым пулеметом он не бегает, боец, она, а ходит. Ну что, откуда вы побегите? Ну, я так и знал, там торчали все, да? Понятно. Здесь вот уголки стоят. Надо бы снайпером бежать по прямой сюда. Хотя толку, у меня же наблюдения у снайпера нету. У этого. Бесполезен, он добегает и стоит. Все. Давай, снайпер, ты его видишь, может, снимешь. Сколько ты ему сейчас снимешь? Одну брони. Браво, одна брони. Просто замечательно. Так. А ты сколько? 76%. Ну, может быть. 4,6 урона. Надеюсь, попадет. Что ж тут скажешь? 68% было, да? Ну давай. Если попадет, то убьет сразу. Молодец. Ну вот он научился в прошлом бою нормально стрелять. Стреляет, видишь. Так, ты, дружище, пока что побудь где-нибудь. Вот здесь побудь. Подойди поближе. Сейчас, когда они шайкой куда-нибудь станут, тогда мы их залпанем разок. ФПС катастрофически мал, два царик всего лишь. Так, понятно. Они уже с другой стороны. Минус 5 брони. Минус 5 брони еще раз. Серьезные товарищи. Так. Значит, вот вы где стали, да? Хорошо. Сейчас будет мстя. Yes, boss. Так, ты, друг, должен забрать этих двоих как хочешь, за один раз. Как хочешь, кидай. Одну влево, одну вправо, одну влево, одну вправо. Вот, можешь посередке даже. Ну, чтоб обоих забрал. Так, одного уже контузил, тоже неплохо. Вот чтоб того убил. Как это? Он ему под ноги кинул гранату, у того ящик взорвался, он невредимым остался. Блин, жесткач. Так, 68%. Просто обязан. Молодец. Хвалю. Сафронова Мария, наверное. Мария, может, Маша? Значит, он еще может походить чуть-чуть. У нас там один остался, дружище. А где он? По-моему, тут за домиком стоит, да? Как это мне его выцепить так красиво? Нет, не снайпером, надо... Надо его обозначить. Заметить. Ага, хорошо. 89, нормально, в принципе. Если сейчас снайпер до него доберется... Короче, не показал я тебе, как они кидаются гранатами. Не получилось у него в меня ничего кинуть. 87% отсюда, 87%, отсюда, 87%, отовсюду 87%. Хорошо. Хорошо. У нас есть вот что, концентрация на один ход, очень хорошая штука в таких моментах. Теперь я 100% сниму этого гада. Отлично. Граната, экипировка и оборудование. Еще и 1750 данных. Лечить, по-моему, никого не надо. Только в плюсе. Ну что, хочешь для сравнения посмотреть, что может быть в зеленой экипировке, а не в фиолетовой? Давай сравним. Вот так вот на двух ящиках. Синяя аптечка. Там была зеленая, здесь есть синяя.
Все отлично по рангу. Фиолетовый контейнер дает более крутую зеленую аптечку. Вот так вот. Фиолетовые гранаты. Даже боюсь предположить. Зеленая. Ну, у меня была такая мысля, что сейчас что-то подобное будет. Так, ну магазин что? Снайперская винтовка, она не топовая. Покупать я ее не буду. Угу. Все, по идее? Ну что тут еще? Все, вся обнова. Главное, в медике все. Новая миссия и медик. Но новая миссия, она не несет в себе ничего интересного, в принципе. Самая интересная миссия была в прошлом обновлении, где добавляют бойца. Ну, блин, зеленый боец, ну, вот реально, мне он не особо нужен, если честно. Тут и так времени нужно очень много прокачать бойца. А еще на зеленого прокачивая, потом куда его девать, когда он ни к силу, ни к городу. В общем, все. С обновлением сегодня все. С роликом сегодня тоже все. Понравилось обновление, понравился ролик, ставь лайк. Не понравилось обновление, не понравился ролик, не ставь лайк. У тебя есть свобода выбора, ставить или не ставить лайк. В общем, все. Увидимся в следующем ролике. Пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Пока.